Хуба! Всем здорово! С вами, как всегда, ваш дорогой браток, и мы с тобой продолжаем играть в губку Боба. Квадратные штаны, приятного вам просмотра, приятного аппетита, ребята, накладывайте что-нибудь вкусненькое, берите попить, не забывайте ставить лайки, а также, если вы впервые, подписывайтесь на канал. Самое прикольное, конечно, когда кафе кашешь, блин, Патрик, смотри, что вытворяет, вот так вот, вот такую морду делает, блин, это на самом деле жутко. Ну-ка, давай-ка еще раз подождем. Фу, Патрик, я же приятного аппетита пожелал. Все, я не буду, я больше не буду. В общем, ребята, избавься от робота в билетном киоске, я дам тебе награду. Короче, смысл в том, что мы должны здесь выполнять различные задания, и это очень круто. Так, давай. Да, в принципе, от него легко избавиться. В чем проблема? А как от него избавиться? Так, а это интересно. А, стоп, так вот же. Просто берем арбуз. Но! Разгромил Патрик. Ой. Ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Все нормально? Патрик, ты создан для того, чтобы все ломать. Это просто пипец какой-то. Так, давай покатаемся. Блин, круто. А чисто колесо, чтобы, знаешь, собирать эти штучки, я понял. Они тоже двигаются. Что за... Они тоже двигаются. Блин, зачем так делать? Зачем? Так, ну и у нас активизируется. Это типа голуби, блин, вот эти вот штуки. А, офигеть. Моллюски, блин. Так. Патрик, что будем делать? Опа. Вот это уже круто. Удар тики. Так. Отлично. Нормально? Я выиграю какие-нибудь билеты? Давай, давай, дай. А, так можно просто... Ха, так можно вот как делать, ребята. Да это нечестно, надо отсюда стрелять, блин, или что-нибудь такое. Да, вот такое вот развлечение, ребята, офигеть, парк развлечений суперский. Так. Вот если бы реально в такое было бы в парках, ребят. То есть, представляешь, смотри, вот такие штуки, то есть надо было бы, это как, знаешь, какой-нибудь Форт Боярд или там, блин, всякие... Раньше показывали по Первому каналу всякие штуки такие прикольные. Последний герой, там чисто надо как-то выживать. Это вообще супер. Так, смотри, чашечки у нас тут. Пи-пи-пи-пи-пи-пи. Мне вон туда, это моя остановочка. На. Готов. Все, идем дальше. Как дальше можно, друзья, повеселиться? Так, эта штука не вращается. И тут у нас что-то интересное. Смотри. Губке Бобу нужно выучить прием пузырчатый боулинг, чтобы играть в игру Скибол. Скибол. Так, давай поменяемся. Я хочу. Прям мне это интересно. Так, игра сохраняется. И... А как же... Как же это выучить? Ну-ка, погоди. Нет, нет, типа не пойдет, друзья, не пойдет. То есть реально надо сначала выучить, и только потом мы с тобой сможем что-то подобное сделать. Хорошо. Ладненько, убедили. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. Чисто можно поскользить. Получено достижение. Спонж... Смешер. Губка Боб, крушить! Халк крушить, губка Боб крушить, офигеть, вот на такой штуке, прикинь, вот так вот покататься, это же жесть. А вон и золотая лопаточка, кстати, но чтобы ее достать, да, я потрачу столько блестяшек. Так. А мы уже и до конца дошли, смотри. Уинь. А, я понял, чем мы сейчас тут будем заниматься. То есть мы сейчас как рыбка на крючок. Блин, на крючок. Сможем. Вот он, крючок. Все. Лопаточка у нас. Офигеть, лопаток тут очень много.
Так, и мы можем с тобой... О, смотри, она так аккуратненько опускается. Пинг, пинг, пинг. Ну все, ладно, сюда. Так, хорошо. Тут написано вон где выход, смотри. Могу. Вау, хочу. Блин, это супер. Так, главное на эти, конечно же, нам, друзья, не... Блин, это просто офигенный парк развлечений. Губка Боб намного лучше, блин, живет, чем... Ну, хотя, не знаю, ну, такой. Вау, супер комбо. Так, и пару трусов я, конечно, заберу. Как в хоррор какой-то играю, блин. Так, у нас на этом веселье не заканчивается. То есть, смотри, там еще что-то есть. Офигенное. Так, можно нам поменяться. А, да, 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 да. Понял. Меняемся на... откуда эта штука... Здесь проехала. Как? Окей. Оп. Блин, они на льду, это прикольно. Ладненько. Там чисто надо, знаешь, типа пройти. И что? Как же мистер Крабс? А воспользуйтесь качалкой Патрика, чтобы отправиться на пляж. А, все, окей. Блин, а к этому-то не подошли. А можно сейчас? А, мы можем с тобой переместиться как-то, да? Вот, оказывается, как надо было это все сделать. Круто. Супер. Ну все, тут губок Бобик нужен нам. Красти Краб, он как бы, наверное, дал бы лопатку. Вот единственное, вот это вот, вот зря я. Ну ничего, мы с тобой, если что, попозже побродим. Так, все, наконец-то мы смогли это сделать. Да. Ну что, отправляемся к нашему другу. Вау. Ну все. Поздравляю, Губка Боб, ты король пляжа. Вот держи золотую лопатку. Все, оказывается, очень-очень легко. Губка Боб смеется. Круто. И по факту мы здесь уже закончили. То есть, ну, как, можно, друзья, посмотреть детализация. То есть, смотри, видишь, мы с тобой тут... Вот, вот, видишь, можем. Тут не сталкивались и тут не сталкивались. То есть можно, конечно, это все так смотреть, но мы этот пляж уже, в принципе. Что за фигня? Он же губка, он не должен вообще тонуть. Ну как-то. Ну окей, 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 убедили. Все, друзья, такси. Смотри, там реально столько такси ждет. От пляжа. Ну понятно, да, так, кстати, в жизни и бывает. Пляжу очень много всяких различных такси. Итак, теперь у нас новая локация, ребята, разблокировалась, и я хочу очень сильно туда. Посейдон? Вау. Я привел вас двоих сюда, дабы подвергнуть великому испытанию. У меня остальные нервы и песчаные мускулы. И глаза Джоуи. Мой Посейдон разрушен могучим врагом, которым вам предстоит уничтожить. Не томите, ваше величество, не томите! В этом углу защитники Посейдона маленький квадрат мальчишка, его противник громадный смертоносный робот-белка. Офигеть! Смотри, жираф! Кажется, мне пора домой кормить Гэри. Сосранец маленький. Офигеть. Так, понял. Рыба, смотри, смотри. Свежий, как весенний ветерок. И что нам надо сделать? Вот она.
я понял, чуваки, все. Сейчас будет. Вот как надо. Угу. Ну пока что легко. Но! Белка. Тупой робот. Но! Фига, там видели изображение Сэнди? Это жесть, она такая... Патрик, мы не играем! Хочу поиграть! Ох, ну хорошо. Ну блин, Патрик. Губка Боб. Фига себе. И что мне надо сделать? Погоди. А что мне с этой штукой? А, я понял, чуваки. Стоп. Все понял. Надо вон туда, к электричке. Все, я понимаю. Вот оно что. Офигеть, Патрик. Вообще творит. Смотри, что делает белка. Ну это вот это офигеть. Вот эти приемы по факту. Не, тебе не отдам эту голову. Так, давай, вперед. Офигеть. Это нечестные приемы, грязные приемы. На. Весело, Губка Боб, твоя очередь. Ой, ну и... Так, насколько удар по голове? Офигеть, какая она просто здоровенная. Офигеть. Да, это так-то жестко. Ага, во как надо. Есть. Let's go. Блин, да она офигевшая. Так, все, последнее осталось. Блин, да как же, блин, я еще ни разу не смог. Фух, смог, офигенно. На, босс побежден. Да, этот робот повержен и уже не встанет, как все расстроены. Что ж... Бой был славный. Расскажите ему, что он выиграл. Джонни. Новая способность — чашу с пузырьками. Но погоди, это еще не все. Золотую лопатку. Еще не все. Подарочный сертификат на $5.32. Маленький магазинчик сушеных рыбьих хлопьев и цветов у Дина. Вот это победа. Ох, спасибо, так важно для меня. Я обещал сегодня плакать. Плачь, сколько влезет. Главное, не здесь. Мы только недавно пол помыли. Ах ты, мышь. Слушай, Планктон. Да, что такое? Мне просто интересно, почему все роботы как будто берутся из помойного ведра. Правда, я и не заметил.
Ну да, еще там большущая вывеска, на которой написано «Штаб роботов». Губка Боб, мы ведь друзья, верно? Не, не то чтобы. Точно, как твой не друг, я тебе беспокоюсь, как сейчас, например. Ты слишком много думаешь, я боюсь, ты можешь нас вредить. Я скажу тебе, что я буду делать. Я буду думать за тебя, так ты не причинишь себе вреда, а ты пока можешь продолжить работать над тем, чтобы вернуть меня в помойное ведро. Спасибо, Планктон, ты лучший друг, не друг, которому можно пожелать. Пипец. Это просто пипец. И смотри, тут открылось новое, друзья, офигеть, тут... Клево, просто клево, чуваки. Так. Вау. Это как боулинг, офигеть. Круто. Ну что ж, друзья, на этом мы пока что будем заканчивать. Если вам понравилось, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь. На этом все, бай-бай, дорогие братишки.